Наш снеговичок. Ну а теперь ближе к делу. Поговорим про то, как нужно одеваться, чтобы тренировки были комфортными. Потому что, как говорил один мой знакомый из Нижневартовска, не бывает плохой погоды, бывает неподходящая одежда. Окей. Выходной день, суббота, 12 декабря. Мы в нескучном саду, нас не очень много. С нами Саня, Колян, Витя, и я забыл имя. Сергей. И Сергей. Бывает со мной по утрам память плохая. А, погода хорошая на самом деле. Чего так мало народу? Нет, там поедем. Только что была просто нереальная штука. Маленькая девочка там в розовом костюме такая. Сальтушку долбанула. С турника. Вот так причем, такая. Все, так. Я вот хочу на Октябрьскую приехать, до Костка доехать, до синей ветки, и потом вертолет. Короче, Костя хочет повторить. Что будем делать сегодня? Да потому что она турник мой прям вылитый. Вылитый. Баратов в детстве. Как в женском. В женском. В женском обличье. Окей. Саня. Тебе какая она? Где метро молодежная? Все, доедешь. Доедешь до вместе поедем. Крутые перчатки. С оленятами. С оленятами? Да. Это у него пять ног или просто кто-то не очень хорошо анатомию знает? Это борода. Борода. Наверное. Просто первое упражнение после того, как потренили флажок, это подтягивание. Подходы в количестве 5, 10, 15, 20. Потом 4 раза по 20. Это все узким хватом. Узким, Колян. Вот, правильно. Чё, Сань? Он стоит, видишь. Говорят, тебе что-то, что-то предлагают? Да, мне предложили потренить. Немножко людей. Потренить? Да, но не тренить меня самого. Как так? Ну, потому что у меня не будет времени. Нельзя так делать? Да, вы вообще о чем думаете? То есть ты перешёл на трение и не потренишь? А, так? Ну так, ещё приемлемо. Что? Это просто. После этого движения можно убивать. Как ты думаешь, стоит или нет? Я думаю, нет. А что ты будешь делать с перчатками, когда сто раз у них... Четвертый подход, себе заберу. Опять я мимо. Знаешь, бактерии от сотни человек. Я постираю, я неудивый. Нельзя стирать, они теряют свою эффективность. Смотри, Коля начал более-менее технично делать. Руки разгибай до конца, Коль. До конца руки разгибай, Коль. Вот. Всего стирота, да? Слушайте, а вы не знаете, где можно не в силовому, а вот фристайл воркаута поучиться? Элементом разным. Учиться или поучаствовать? Учиться, именно учиться, где ребята приходят, тренинги, там всякие маты, все дела. В гимнастическом зале. Ну да, это гимнастический зал, когда они тренят, эти ребята, кто это? Приходит, матов нормально. Что? Головы у них. Че, подтягивание? Играем в лесенку, просто по одному вверх с отдыхом 10 секунд. Просто на максимум. Просто подзабиться чутка. Сань, что мы будем делать с тобой сегодня вечером? Как всегда захватывать мир? Как всегда подтягиваться. Я подтягиваться. Руки. Расскажи, как типа тренить на улице, чтобы ноги не мерзли? Как тренить на улице, чтобы ноги не мерзли? Я когда занимался трекингом, я делал акробатику минус 30. И вот, в общем, чтобы прыгать было не тяжело в тяжелых зимних кроссах, ботинках даже я поставил, я надевал летние кедики, и чтобы ноги не мерзли, есть крутой способ с пакетами. Ты берешь, надеваешь носок, на него полиэтиленовый пакетик, на него еще носочек, пакет, носок, что зависимо, как сильно мерзнут у вас ноги и какие кроссовочки у вас. Вот. И в минус 30 я бегал, прыгал по сугробам, и мне там часов 5 в минус 30 мне было вообще пофиг. Потом просто приходишь, все пакеты порваны, носки такие, такой огромный настич такой получается, настолько круто, смешно выглядит. Так я еще делаю, допустим, когда просто там осенью
вблизи декабря, когда в песок прыгаешь, он мокрый из-за там, допустим, прошедшего снега, как сейчас, и он растаял, чтобы ноги тоже не мерзли. Носок пакет, и ты в носках прыгаешь. Еще легче, чем в кеда. Второе упражнение. Тоже подтягивание. Тоже 5, 10, 15, 20 и еще 4 раза по 20. Ну а теперь уже нижним хватом. И когда вы делаете, старайтесь именно в первую очередь отвести назад плечи, свести лопатки и потом уже тянуть руками. И следите за тем, чтобы плечики не травмировались. И никто же не знает, что это плавало. После турника мы идем на брусья. Еще расскажу, а то вверх не записалось. После турника мы идем на брусья. Суть такая же лесенка, поднимаемся по два раза. Но качество, так сказать, идеальное, не торопимся. Не знаю, посмотрим, до скольки дойдем. Дошли, мы на турнике сделали 20 подходов, поднимаясь по одному. В общем, вот так вот, круто. Нет, я хочу тебя снять. Зачем? Чтобы ты рассказал, я не умею. Ты расскажи. Я не умею рассказывать. Тебе надо учиться. Да нет. Нет, это убого, давай я сниму. Как? А я говорил, что мы сделали. Ну давай еще раз. Мы сделали два упражнения на турнике, подтягивание узким хватом и подтягивание нижним хватом. Каждый раз мы сделали 5, 10, 15 повторений, и те 5 раз по 20 повторений. Отдых между 20-ми был по 4 минуты. Вот и все. Сейчас на брусья пойдем делать то же самое, что Саня делает. Тоже лесенку по два, посмотрим, что получится. Еще снег идет. А снег летел и падал. Что, максимально глубокий, да, делаем? Да. Максимально. Нет. Максимально глубокий делаем. Во, хорошо. Как с учебой? Отлично. Тихонечку. Сдаешься? Попробуй чуть пониже. Во, давай, можешь. Во, вообще. Молодцом. Давай, можешь. Чайничек. Да, чайничек. Стоп по Цельсии. Давай, можешь, попробуй. Ну, давай. Молодцом. Да я не могу так. Надо. Не могу. Надо. Я не могу на камеру, я стесняюсь. Да? А есть ли смысл, если я больше не могу делать глубокое отжимание, делать 90 градусов? Ну тебе, да, тебе есть смысл. Вот я опять это сказал, я не могу повторять фразы одни и то же. У тебя получилось сейчас. Да. Мы в тебя верим. Ну, в общем, суть. Почему мы сегодня не делаем большого количества, а делаем все качественно? Потому что зимой мышцы холодные, много не сделаешь. Логично. Плюс гнаться за количеством зимой — это глупо, потому что у многих бывает насморк, еще что-нибудь, дышать нечем. И в основном сердечко там разгоняется. Очень тяжело дышать, и много не сделаешь. Поэтому смысл зимой нарабатывать то... Это называется информативный. Это было самое глупое, что ты говорил, как банан. Ладно, дай подход сделаем. Делай. Кому кто хочет мороженого? Со вкусом банана. Наш снеговичок. Смотри на мою куртку. Сейчас я встряхну. Давай. Кто-нибудь хочет чай, остался горячий? Я хочу. Запивайте, короче. Вот такая вот получилась трения сегодня. Снег прекратил валить, хотя валил всю трению. Все еще идет, но да. Но в целом прикольно, как видите, можно вполне тренироваться зимой. Мы поделились с вами лайфхаками, как при этом не замерзнуть. Главное страдать фигней, чтобы было весело, и вы согревались. И если хотите потренить, приходите в нескучный Парданзе. Сад. Каждый выходный расписание на сайте WorkoutSu. До встречи в следующих роликах. Ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы. Скидывайте видео друзьям. И тренируйтесь, будьте клевыми. Пока.